Так, всем добрый день. Вчера купил, погодите, вот такой конструктор. Такой марки Слубан, или как это читается, не знаю. За 99 рублей магните он стоил. На самом деле, ну, хотелось заказать на Алиэкспрессе он стоил на 20 рублей дороже. Поэтому смысла не видел. Мне нужен велосипед для видео. Да, для видео. Вот такой конструктор здесь. Вот снимаю с нового штатива. Очень так удобно. Платформа у него. Не надо, мне нужно съесть. Сейчас его оценим. Насколько он качественный. Этот Слубан первый раз берем такой. Вообще ничем не пахнет. На, посмотри на письмо. Ничем совершенно не пахнет. Сейчас. Дай понюхать. Набери что-нибудь, нюхай. Бутыль. Так. Да, ничем не пахнет. Мне больше всего нужен велосипед. Поэтому я его сейчас буду собирать. Это волосы. Волосы бери. Так. Волосы нам же нужны. Есть человек без волос. Так, во-первых, что здесь? Да, но смотрим велосипед. Колеса. Покрышки. Странно, здесь письма нет. Деваем. О. Вот это вот. Куда четко получилось. Это подожди пока. Сначала для велосипеда первые наперво это все колеса. Вот они колесики. А что это? Корзинка. Ну вот он стоит, в принципе, он стоит что? Сейчас я наведу на него. Корзинка. Так, немножко приблизил. Вот такой велосипедик. Стоп, еще нужно. Подожди, не все, еще колесики не крутятся. Еще надо вот это вот куда-то назад нацепить по инструкции. Прикрепляется он к платформе к этой. Ну, в принципе, не знаю, зачем его прикреплять, он и так устойчивый. Так, вот, что тут еще у нас? Человечек. Давайте соберем человечка. А можно я попробую? Подожди. Ну, тут необычный, конечно, человечек. А я его собирала, он у меня такой есть. А где ноги? Вот они ноги. Смотри, как надо. Ну, дай, дай. Так вот. Ну, да, вот так вот. Такой вот человечек у нас получается. Рисует. Ой, какой радостный. А, кстати, у него голова крутится не только вправо-влево, но еще и вверх-вниз. Единственное, что мне не нравится, как у него лицо сделано. Рисунок лица. У него очень такой... Да, я еще крепляю. Креплю. Так, сейчас будем делать почтовый ящик, да? Да. Пост. Пост. Угу. Так, это сюда. Сюда, да. Сначала нужно вот это. А я, кажется, знаю, как это. Дай мне кружочек. Пожалуйста. Прикрепи, пожалуйста. Дай. Вот так. Еще вот такая. И... Ладно, собирайте. Так, человечек. Человечка, ручки такие. Я подниму. Угу, спасибо. Они еще не только вот, они так вот движутся. Так вот, они вот так вот движутся. Так это у всех так вращаются? Нет, они вот так вот вперед назад, вот так вот так. Ага. У меня такой был человек. Было где он тебе сейчас? Мы разобрали. Зачем? Не знаю. Ну вот такой вот он. Получился лохматый такой, лохматик. Лохматик. Интересно, как он на платформе-то держится. Ну, если честно, мне такие фигурки не очень нравятся. А как он, ну, будет... конечно, он а такой... как он будет сидеть? Посмотри на велосипеде, как он сидит. Он на нем, наверное, не сидит. Он стоя ездит. Ну, вот так вот. Еще нужно как... куда-то вот такую подожди, вот штучку. Дай. Это багажник с сидушкой. Так, где на картинке? Один, второй для чего интересно? Это запасной. Да, иногда так бывает. Вот такой багажник у него. А где как будто письмо? А где письмо? Не знаю, где как будто письмо. Ну, письмо.
Оп. На всякий случай я дам ссылку на такую же фигурку на Али. Или он не должен в нем ездить, что ли? Он как-то странно сделан. Попробуем подставку его и... Нет, так-то он нормально сидит на нем. Так вот. Не, в принципе, да, держится он. Если его... О, зацепить хорошо. Вот он сидит. О, нормально, теперь, да? Да, теперь нужно собирать письмо. Ну, собирайте. Почтовый ящик это. Ну, почтовый ящик. А я по схеме... По... Вот это вот. Видишь, она так не крепится. Крепится. Стоп, стоп. Вот все. Да, я знаю, что дальше. Я знаю. Да Петя, да почему я тоже хочу собирать? Вместе. Вместе. Так, вот. Дай мне пособеру. Вот так. Вот это вот что? Это у нас низ, да? Да. А где у нас стена? Стена сейчас будет. Сейчас. Куда нужно будет положить письмо вот сначала. Сейчас. Подожди. Стоп. Одну минуту. Вот, все. Вот так. Ага. Сейчас. Или вот так. Понятно. Да, я тогда закреплю. Если что, таких две. А зачем таких две? Не знаю. Наверное, вторая дропись, только можно наклейка. Две? Точно. Видимо, запасные какие-то. А где само письмо? Само письмо? Нам само письмо не положили. А может, странно? Так. Так, мы собираем. А где сверху то, что написано? Пост. Странно все как-то. А вот это вот такое... Раз. А что за пост? Ну, почта по нерусскому языку. Два. Три. Так. Я как понимаю, здесь очень много лишних вот деталей. Вот это вот как бы письмо. Ну, как бы письмо. Вот, смотрите. Ну, все, мы собрали. Интересно, а зачем вот это? Ну, короче, в этом конструкторе еще и лишние детальки есть. Не трогай, что типа. Лишние детали, даже лишняя рука. Она запасная. Да. Они всегда нужны. Вот видимо, чем хорош конструктор, это то, что здесь запасные руки. Он ведет запасную руку. А чего это так? Руку, вот эту штучку. А самое интересное, что письма-то нет. Ну, пускай это будет письмо. Он... Чук его туда. Ладно, он тут везет письмо. Вытащим руку. О, красиво? Смотрите, не теряйте. Только нужно вот так. Мне этот велосипедист еще пригодится для мультиков, он будет ездить. Да, кстати. А скоро нам еще придет конструктор солдатский? Ну, это будем снимать мультфильм про Бредова, подвиг Бредова. Будет такой... Вот так. Пластилиновый, эстетичный. У нас уже много чего есть. Камни, мох. Да. Качественный елок будет. Мох? В качестве елок будет у нас эти веточки вороники, да? Очень они подойдут, будет такое с эффектами. И я думаю, будем над ним долго работать. А ты сказал, веточки вороники? Да. Сейчас, надеюсь, снимем про мастер Маргариту часть. А как мультиплицируем. Ну, то, что смотрели на Паршар, беседу на Патриарших. Мы заглянули в коробочку. И там наклейки. Да, там наклейки. На, ты клей на почтовый ящик. А я клей на письмо. Оказывается, тут лишние детали, а не лишних нет. На, клей. Петя, клей. Петр. А это ты? Я. Да. Так. Там много всяких запасных штук. Да, запасные штучки там. Вот. Все, наклеил. Вот он, как красиво. Зачем ты его снял? Еще не так. Я клею еще.
Вот. Вот так. Такой у нас почтальон. Это дядя Печкин. Молодости. Так. И письмо. Подними что-нибудь мне под. Письмо такое. Я его переклею. Не надо переклеить. Все. А так куда сюда? Всем пока, всем до скорой встречи. Ну, мы положим. Ладно, все, подписывайтесь. Снизу будет описание под видео. Вот на этот конструктор, только на Алиэкспрессе, где его нашел. Такой же. Ну, конечно, подороже, чем в Магните. Если кому понравился, идите в Магнит, там он еще лежит. В Магнит? Да. Там несколько таких конструкторов похожих. А я вижу другой конструктор. Да. Все. Так, как-нибудь вот так красиво.